Доброе утро. Слышно меня? Да, здравствуйте. Здравствуйте, да. Доброе утро, да, слышно. Доброе утро. Так, давайте начнем с выступлений. Так, Гайдамака первая. Есть у нас Гайдамака? Да, да, я тут. Да, сейчас. Пожалуйста, подключайтесь. Да, сейчас. Так, видно, да? Так, пока еще не... Вот все видно на весь экран, если можно. Хорошо. А, нет, ага, не все. Смогу быть. Вот все у вас. А, листается? Пролистайте. Да, листается, да. Все отлично. Хорошо. Супер. Да, давайте. Доброе утро. Представляю вашему вниманию доклад на тему модель Маркова. Руководитель, профессор Кулявый Дмитрий Сергеевич, студент Гайдамак Лизавета Александровна. Да. На слайде представлена информация о докладчике. Целью работы является знакомство с понятием цепей Маркова, марковских моделей и разработка простой модели на их основе. На слайде представлена актуальность темы, объекты, предмет исследования, научно знаю, практическая значимость работы. Перейдем к теоретической справке. На слайде представлено классическое определение цепи Маркова. Это последовательность дискретных случайных величин xn, где больше равно нулю, называется простой цепью Маркова в дискретном времени, если выполняется условие Марковости. Неформальное условие Марковости можно описать как будущее зависит от настоящего, не зависит от прошлого. Обратите внимание на картинку. То же самое написано здесь, то есть вероятность наступления будущего при условии настоящего и прошлого совпадает с вероятностью будущего только при условии настоящего. Вот. И то же самое написано на формуле, в формуле из определения. То есть вероятность того, что случайная величина на следующем шаге примет некоторое значение, при условии того, что случайная величина на текущем шаге принимает какое-то значение, и на всех предыдущих тоже приняла какие-то значения, совпадает с вероятностью того, ну, того же, при условии того, что случайная величина только на текущем шаге приняла какое-то значение. То есть все случайные величины на шагах до предыдущего не имеют значения при... не влияет на выбор значения случайной величины на следующем шаге. Вот это формальное определение. Теперь рассмотрим его на примере. То есть, обратите внимание на картинку. Здесь изображен направленный граф, и числами стрелочками, понятно, изображают вероятность перехода из состояния в состояние, ну и сумма исходящих. Это будет сумма чисел над исходящими стрелочками будет равна единице. То есть, таким образом, последовательность случайных величин из определения, вот это, получается, у нас будет номер состояния в момент времени n. И вернемся к условию Марковости, я продублировалась еще раз. И, допустим, если мы сейчас находимся в состоянии 2, мы всегда можем перейти в состояние 4 или в состояние 1 с какой-то вероятностью. И независимо от того, пришли ли мы в состояние 2 из состояния 1 или из состояния 3. И это есть условие Марковости. Существует много разновидностей цепи Маркова. Например, есть цепь Маркова с непрерывным временем. Определение на слайде. То есть раньше у нас была дискретная n, здесь у нас непрерывная t. И определение, да, формула из определения тоже несколько меняется. Мы смотрим случайную величину через некоторый малый шаг h при условии закрепленных значений случайных величин на предыдущем интервале до нуля. И она совпадает с вероятностью того же при условии значения случайной величины только на текущем шаге. Вот. Так, перейдем к классификации цепей Маркова. Существует стационарная цепь Маркова, у которой вероятности перехода из состояния в состояние, которое называется переходной вероятности, не зависит от шага t. Также есть непроводимая цепь Маркова. Это означает, что из любого состояния в любое другое состояние можно попасть с нулевой вероятностью. Вот. И эрготичная цепь Маркова. То есть при устремлении номера шага в бесконечность переходной вероятности принимает конечное значение. То есть, например, если у нас цепь Маркова стационарная, то она всегда и эрготична, потому что вероятности не зависит от шага n. Вот. И возвращаясь к примеру, наша цепь Маркова на рисунке стационарная, потому что вероятности не меняются с шагом n. И эрготичная, потому что сейчас эрготичная, потому что не меняются с
Так, да, стационарная, потому что не зависит от шага N, и эргодичная, потому что при устремлении в бесконечность, ну, тоже они принимают конечное значение, потому что они не меняются. И она не является непереводимой, потому что, например, из состояния 4 мы не можем попасть в состояние 1, 2, 3. Перейдем к применению цепи Маркова. Они используются в статистике, биологии, информатике, еще в машинном обучении, о чем мы поговорим дальше. Вот. И самый первый пример использования, который это сам Марков использовал в своей цепи Маркова для этого, это лингвистика или текстология. И вот разберем самый первый пример использования цепи Маркова. Это было определение авторства литературных текстов на основе буквенных сочетаний. То есть, ну вот, двойных как бы таких буквенных сочетаний. Вот. Как это происходило? Брался какой-то большой текст одного автора. Ну, для каждого автора проводилось такое исследование. Вот. Из большого этого текста удалялись знаки пунктуации, удалялись слова заглавной буквы, потому что это могли быть именно собственные, которые влияли бы на результаты. Ну, в общем, давали бы погрешность. Вот. Дальше из-за такого текста для каждой буквы пробела подсчитывалось, сколько раз после нее идет другая. То есть, например, для слова подсчитывалось. Для буквы «П» у нас идет только буква «О». То есть вероятность перехода из буквы «П» в букву «О» у нас равна единице. А, например, для буквы «А» у нас есть буквы «Л» и «С». То есть вероятность будет 0,5 перехода. И так делалось для очень длинных текстов больше. И в итоге получалась таблица 33/33, потому что еще с пробелом. И она состояла из дробных чисел, переходных вероятностей. Да. От каждой буквы для каждой буквы. Вот, если перерисовать эту таблицу 33/33 в графе, то будет что-то похоже на это, только стрелочек будет больше, потому что для каждой буквы есть каждый букв. И на основе анализа таких таблиц и сравнения их друг с другом для различных текстов устанавливалось авторство этих текстов. Еще один пример. Это если предыдущий пример, это буквально был анализ каких-то текстов и так далее, то есть следующий пример будет генерации текста, создание нового. Вот, то есть, допустим, генерация текста на основе цепи Маркова. Да. Для каждого тоже на вход программы получает некоторый текст. Дальше для каждого слова в этом тексте подсчитывается, сколько раз после него идет другое слово из текста. Вот, то есть, например, если бы мы ввели вот этот вот текст весь вот с точечками где, то, например, для слова «получаем» мы бы заметили, что идет слово «таблицу» и «текст», и выйдет опять вероятность 0,5. Вот. Ну, и это то же самое было, как с буквами, и в итоге составляется таблица L на L, где L — это уже будет, ну, L. Да. L — это будет число различных слов текста, уникальных слов текста. Вот. То же самое, как с буквами. Вот. И дальше перейдем к генерации текста. Выводим первое слово. И после этого для него, для каждого следующего слова, мы с вероятностью из таблицы будем выбирать дальше слово. И таким образом будет получаться текст. И здесь я привела код программы, который я написала для этого алгоритма, если кто-то хочет его повторить или как-то использовать. Вот. И здесь некоторые результаты работы этого алгоритма. Я вводила текст скороговорки, ехал грека через реку, и я выбрала его, потому что здесь много повторяющихся слов, и так генерация будет разнообразнее происходить. Вот, и здесь некоторые выводы есть, например, ехал грека руку в реку, рак за руку в реку цап, и еще ехал грека руку греку в реке рак, сунул грека через реку, рак за руку греку в реку, рак за руку греку цап. Вот, и как видим, вывод работает успешно. Генерация происходит правильно. А, и еще получается, что особенность... это так получается, что в выводе всегда каждая последовательная пара слов всегда есть в исходном тексте. Например, ехал грек, понятно? Там руку в... И здесь мы тоже найдем руку в... Но это так всегда будет происходить. Ну и в результате работы познакомилась с концепцией цепи Маркова и применил их на практике. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Но тут нам продемонстрировали, как раньше работали с текстами до появления чат GPT.
И результат, как вы видите, мало был отличим от ChatGPT. Значит, а вопрос, Елизавете. Вот вы сказали, что у нас марковские цепи забывают состояние свое, то есть это параболические процессы. А каким образом мы можем описывать гиперболические процессы? Можем ли мы их с помощью марковских цепей описывать? Да, насколько я знаю, есть такая возможность. Например, можно обращаться, ну, как бы, каким-то образом выбирать следующее состояние, исходя не только из текущего состояния, а из предыдущих тоже. И вроде бы это тоже даже называется марковские цепи, я не знаю, более высоких порядков. Тоже называются марковские цепи n-го порядка, действительно. И второй вариант, который тоже используется и используется достаточно часто в ТМО, например, это когда у нас процесс описывается некие комбинации процессов, то есть несколько процессов описывают один процесс. Обычно этот подход называется on-off процессы. Знаете, да? Ну, то есть, когда мы описываем процесс, как будто один процесс у нас от одного предыдущего зависит, другой от другого предыдущего и так далее. В результате получается комбинация процессов, то есть группа марковских цепей. То есть можно или усложнять структуру, или нелинейный, как бы нелинейная марковская цепь, либо делать такую вот ассоциацию, ансамбль марковских цепей. Большое спасибо, очень интересно и поучительно. Коняева, пожалуйста. Да, хорошо, секунду. Так, я надеюсь, видно? Вот очень хорошо, да, давайте. То есть доклад по тему эвристика. Здесь представлено содержание моей работы, также информация обо мне, и перейдем тогда к цели данного доклада. Это познакомить аудиторию с самим понятием эвристики, как науки искусства, нахождение оригинальных решений задачи, а также разобрать основные типы эвристических моделей и понять разницу между ними на определенных примерах. И начнем с понятия. Эвристика как наука занимается построением эвристических моделей процесса поиска оригинального решения задачи. Она имеет огромное значение в человеческой деятельности, так как позволяет находить нестандартные и эффективные пути решения задач, которые не всегда могут быть найдены какими-то стандартными методами. И также стоит отметить, что эвристические модели и моделирование присущи только человеку и отличают его от искусственных, интеллектуальных, то есть мыслящих систем. И в настоящее время к сфере человеческой деятельности относят постановку задачи, выбор методов ее решения и построений моделей алгоритмов, выдвижение гипотез и предположений, осмысление результатов и принятие решений. И также есть три основные типа эвристических моделей. Это модель слепого поиска, лабиринтная модель и структурно-семантическая модель. И сейчас мы их разберем поподробнее. И начнем с модели слепого поиска. Это модель... эвристическая модель, которая опирается на метод проб и ошибок, то есть она предполагает, что решение задачи может быть найдено путем последовательного применения методов до тех пор, пока не будет найдено решение. И основные ее характеристики — это последовательность, то есть поиск решения шаг за шагом, пробы и ошибок, то есть методика основана на применении различных методов, пока не будет найдено решение, и неопределенность, что по итогу может не удастся найти определенного решения. И у нее есть определенные преимущества и недостатки. Преимущество — это простота, то есть она проста в использовании и понимании, и гибкость, что она позволяет применять различные методы в зависимости от задачи. А ее недостатки — это неэффективность, то есть она может требовать большого количества времени или ресурсов, и неопределенность, когда не удается найти определенного решения. И примеры применений — это поиск оптимального маршрута в лабиринте и решение различных математических задач. А теперь перейдем ко второй модели. Это лабиринтная модель.
Это также эвристическая модель, в которой решаемая задача рассматривается как лабиринт от самого названия, а процесс поиска как блуждание по лабиринту. И ее основные характеристики – это структура, то есть решаемая задача – лабиринт, в котором есть начальная и конечная точки. А блуждание, то есть процесс поиска представляет собой блуждание по лабиринту, где каждый шаг ведет к следующему. И также есть направление, то есть цель блуждания – это найти путь от начальной точки к конечной. И рассмотрим ее преимущества и недостатки. Преимущества – это также простота и гибкость, а недостатки – также неэффективность и неопределенность, как предыдущая модель. И ее примеры применения – это поиск оптимального маршрута в городе, то есть человек может применять методы, алгоритмы для поиска маршрута, пока не найдет правильный путь, и также решение различных математических задач. И перейдем к третьей основной модели, это структурно-семантическая. Это также эвристическая модель, которая исходит из того, что в основе эвристической деятельности по решению лежит принцип построения систем модели, который отражает семантические отношения между объектами, входящими в задачу. И ее основные характеристики – это структура, то есть модель основана на построении систем моделей, которые отражают семантические отношения между объектами задачи. Также сама семантика, то есть модель учитывает семантические отношения между объектами, что позволяет эффективно решать задачи. И применение. Модель применяет для решения различных задач, включая постановку задачи, выбор методов решения, осмысление результатов и принятие решений. И ее преимущество на этот раз – это, наоборот, эффективность. То есть модель позволяет эффективно решать задачи, поскольку она основывается на семантических отношениях между объектами. И гибкость. То есть модель гибкая и может применяться для решения различных задач. И ее недостатки – это сложность. То есть она сложная в использовании и требует большого количества времени и ресурсов. И также неопределенность. То есть может и не удастся найти определенного решения по итогу. И ее примеры применения – это поиск оптимального решения в условиях неопределенности или разработка новых методов решения. То есть модель может использоваться для разработки новых методов решения задач, основываясь на анализе отношений между объектами. И теперь, чтобы понять разницу между тремя моделями, рассмотрим пример лабиринт. Возьмем модель слепого поиска. То есть представьте, что вы находитесь в лабиринте без карты, и пытаетесь найти выход. В этом случае вы можете использовать только метод проб и ошибок, пытаясь различными путями найти выход. Это и есть модель слепого поиска, то есть вы просто пробуете разные варианты, пока не найдете решение. А теперь рассмотрим лабиринтную модель. То есть теперь у вас есть карта лабиринта, и она не показывает, какие пути являются выходом. Вы можете использовать эту карту, чтобы понять структуру лабиринта и попытаться найти выход, исходя из этой структуры. И это и есть лабиринтная модель. И теперь перейдем к третьей модели, структурно-семантическая. То есть теперь у вас есть, помимо карты лабиринта, которая показывает структуру лабиринта, она еще и объясняет, какие пути ведут к выходу, а какие нет. И вы можете использовать эту карту, чтобы понять семантические отношения между различными путями и выбрать наиболее эффективный путь к выходу. Это и есть структурно-семантическая модель. И на примере, второй пример, то есть дифференциальное уравнение. Возьмем модель слепого поиска, то есть вот у вас есть дифференциальное уравнение, вы пытаетесь найти его решение, но у вас есть никаких знаний о методах решения дифференциальных уравнений, и в этом случае вы можете использовать метод проб и ошибок, пытаясь различными подходами к решению найти подходящий. А теперь лабиринтная модель. У вас уже есть некоторые знания о методах решения дифференциальных уравнений, но вы все равно еще не знаете, какой именно метод будет эффективный для данного уравнения. Вот это и есть лабиринтная модель. И структурно-семантическая. У вас уже есть не только знания о методах решения дифференциальных уравнений, но и само понимание семантических отношений между различными методами. И вы можете использовать это понимание, чтобы выбрать уже эффективный метод решения, исходя из отношений между методами и структурой уравнения. И теперь сделаем заключение, что сама по себе эвристика является важным инструментом для решения задач и принятия решений в различных областях человеческой деятельности. Она позволяет нам находить оригинальные решения,
основываясь на собственном опыте и интуиции, что отличает человека от искусственных интеллектуальных систем. И в настоящее время, когда важно уметь поставить задачу, выбрать методы ее решения, а также осмыслить сами результаты и принять решение, эвристика остается актуальной и востребованной. И если мы говорим о перспективах развития эвристики, то она связана с применением ее в различных областях, и возможности ее применения в будущем могут быть связаны с разработкой уже новых методов и моделей, которые позволяют эффективно решать задачи и принимать решения. И таким образом, заканчивая этот доклад, эвристика играет важную роль в человеческой деятельности и может быть эффективным инструментом для решения различных задач в будущем. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Что вы можете сказать о методике ТРИС? Я на самом деле, помимо этих трех основных моделей, еще смотрела, что на основе их были созданы новые модели, такие как мозгового штурма, трансформатор, шлюз. Но вот, к сожалению, про модель, которую вы назвали, я вот не знаю. Угу. Наверное, потому что она российская и на Западе не очень распространена. А вы читали в основном западную литературу. Да, вот так же. Да. Тут... Нет, вот да, тут еще не было ТРИС. Да, западное у вас, все западное, да. Угу. Да, вот я как раз-таки на основе этого материала. Да, все ориентируется на западные работы. Генрих Альтшулер придумал эту методику, и она очень популярна, и сейчас преподается в основном в технических вузах интенсивно. Очень полезная методика. И из известных людей фанат ее Дерипаска, например. Ну, спасибо, да. Очень-очень интересно, хорошо. Так, а теперь давайте попросим Малярова Семена. Есть? Вначале он был, а сейчас нету, да? А вот он поднимает руку, а, наверное, что-то написал он. А почему вы не подключаетесь? Добрый день. Да. Все, теперь слышно. Сейчас сделаю презентацию. Да. У меня просто проблемы с микрофоном. Да, да, это бывает, к сожалению. За техническую накладку буквально минуту, хорошо? Давайте тогда мы другого послушаем, пока к вам перейдем. Я пока настроюсь. Да, Щербак, Маргарита. Да, я здесь сейчас. Давайте мы вас подключим, пока Семен не может. Видно, скажите, пожалуйста. Да, все хорошо. Давайте, тема Щербак. Моего доклада – модель Маркова. Я Щербак Маргарита, студентка НПИБД 0221. Математическое моделирование представляет собой процесс создания абстрактных математических моделей, которые приближенно описывают поведение системы или явления. В контексте доклада я рассмотрю модель Маркова. Предмет исследования – марковские модели, которые используются для описания и анализа таких процессов. А объектом исследования являются случайные процессы, в которых будущее состояние системы зависит только от ее текущего состояния. Цель доклада заключается в изучении основ модели Маркова, ее ключевых элементов, а также в рассмотрении различных типов марковских моделей. Андрей Андреевич Марков, русский математик, он, собственно, разработал концепцию цепей Маркова, которая является фундаментальным элементом в статистике и теории случайных процессов. Марковская модель – это математическая модель, которая описывает последовательность событий, где вероятность каждого события зависит только от предыдущего. Она основана на предположении о марковском свойстве, которое гласит, что будущее состояние зависит только от текущего и не зависит от предыдущих. Основные элементы модели включают в себя состояние системы, вероятности переходов между этими состояниями и
также состояние может быть как дискретным, так и непрерывным. Как дискретным, так и непрерывным. Каждое состояние имеет свои вероятности перехода в другие состояния. Вылетело вас, пожалуйста, переподключитесь, да. А сейчас видно? Пока нет. Просто Семен включил трансляцию, поэтому у меня вылетело. Демонстрацию. Это попробовал он, наверное, просто. Давайте вы еще сделаете, да? Да, хорошо. Вот. Да, все хорошо, на весь экран, пожалуйста. Отлично, да. Продолжу. Сумма вероятности перехода из одного состояния в другое во всевозможные равна единице. Также скажу, что эргодическое состояние – это состояние, в котором система имеет стационарное распределение вероятностей. То есть вероятность нахождения системы в данном состоянии, оно постоянно не меняется со временем. И перейду к видам марковских моделей. Существует 4 распространенных модели. Они используются в различных ситуациях, в зависимости от того, является ли каждое последовательное состояние наблюдаемым или нет, и как их следует ли их корректировать. Перейду к цепи Маркова. Это у нас последовательность случайных событий с конечным или счетным числом исходов, которые характеризуются свойством, что при фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. На слайде представлена как раз формула, которая описывает условную вероятность перехода цепи Маркова. Она утверждает, что вероятность зависит только от текущего состояния, а не от всей истории состояний до этого момента времени. Скрытая модель Маркова – это статистическая модель, которая имитирует работу процесса, похожего на марковский, с неизвестными параметрами. И задачей здесь ставится разгадывание неизвестных параметров на основе наблюдаемых. На рисунке у меня представлен пример диаграммы перехода в скрытой марковской модели, в которой X – это как раз скрытое состояние, Y – наблюдаемые результаты, A – это вероятности переходов, и B – это вероятность результатов. Марковский процесс принятия решений – это метод управления, где агент взаимодействует с окружающей средой, выбирая действия и максимизируя числовые вознаграждения с течением времени. То есть агент у нас представлен как устройство управления, он делает выборы, а среда, как управляемая система, реагирует на эти действия и предоставляет новые ситуации. Решить марковский процесс принятия решения означает найти оптимальную стратегию, которая как раз максимизирует вознаграждение. И вот на данной модели основан подход обучения с подкреплением. Перейду к частично наблюдаемому марковскому процессу принятия решений, при котором состояние системы наблюдается лишь частично, и агент должен делать предположение о текущем состоянии системы на основе доступной ему информации. Цель агента заключается в том, чтобы на каждом временном шаге выбрать действие, максимизирующее его ожидаемое дисконтированное вознаграждение. Дисконтированное имеется в виду, что это оценка как бы того, как ценные моменты в будущем могут повлиять на решение, которое агент принимает сегодня. Вот как раз гамма – это коэффициент дисконтирования. Также есть случайное поле Маркова, которое является обобщением цепи Маркова. Здесь состояние зависит от своих соседей в разных направлениях, и его использование данной модели полезно, поскольку оно предполагает возможность вычисления совместных распределений для каждой вершины графа. Перейду к применению марковских моделей. Они играют ключевую роль в различных областях, могут включая естественные языки, финансовую аналитику, биоинформатику, компьютерное зрение. Помогают предсказывать слова, анализировать рыночные тренды, распознавать объекты и анализировать генетические данные. В природных науках, технических системах и экономике они играют важную роль, помогая понять и прогнозировать различные процессы и явления на основе текущего состояния. Далее перейду к преимуществам и ограничениям. Преимущество – это простота и ясность, поскольку данные модели основаны на принципе марковского свойства, они понятны и легко используются благодаря тому, что зависят только от текущего состояния. Гибкость, потому что они адаптируются к разнообразным типам данных и задач, подходят для областей, включая обработку текста, финансовый анализ и так далее. Универсальны, поскольку могут моделировать разнообразные случайные процессы. И эффективны, поскольку обучаются на больших объемах данных.
и могут быстро применяться для прогнозирования анализа. Но их ограничения, поскольку они предполагают, что будущее состояние системы зависит только от текущего и не учитывают возможные внешние воздействия или случайные факторы, это может привести к недостаточной точности модели, в случае, если влияние внешних факторов существенно. Кроме того, ограничения по памяти и сложности модели могут ограничивать их применимость в некоторых задачах. В заключение следует отметить, что марковские модели представляют собой мощный инструмент для моделирования различных систем и процессов, широко применяются в различных сферах, и модель Маркова находит применение в анализе данных в областях, где имеются стохастические процессы, где будущие события в значительной степени не зависят от предыдущих. И несмотря на свои ограничения, данные модели остаются важным инструментом для исследования и практического применения. Далее список литературы. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, теперь давайте Семена послушаем. Меня слышно еще раз, да? Да, вас слышно, да, вас слышно. Отлично. Да. Все, сейчас буду запускать презентацию. Видно демонстрацию? Да, видно, хорошо. Всем доброе утро. Меня зовут Маляров Семен Сергеевич. Я студент группы НПИ БД-0121. Мной подготовлен доклад на тему функция Липунова. Значит, можно начать с того, что функция Липунова – это такая скалярная функция, заданная на фазовом пространстве системы, с помощью которой можно доказать устойчивость положений системы. Метод функции Липунова обширно применяется для исследования устойчивости различных дифференциальных уравнений. То есть, ну и в принципе, само по себе понятие методов Липунова и функции Липунова изучается в курсе обыкновенных дифференциальных уравнений в основном, ну и имеет применение. Функция названа в честь русского математика и механика Александра Михайловича Липунова, являющегося как раз основоположником теории об устойчивости. А можно перейти к основным понятиям и свойствам функции. Значит, во-первых, это неотрицательность. То есть значение функции является неотрицательным, то есть она не может быть отрицательной или равной нулю. Если соответствующее значение функции равняется нулю, то это означает, что система достигла устойчивого состояния. Во-вторых, это убывание и неубывание. То есть значение может либо убывать со временем, оставаться неизменным. Если значение строго убывает по времени, система является асимптотически устойчивой. Если не возрастает, не убывает, то устойчивая. Дальше можно перейти к следующему. Это локальность. То есть функция Липунова может быть определена в конкретной некоторой области состояния системы. Может быть применена только для анализа поведения соответствующей системы в конкретной области. Вне этой области поведение системы может быть неопределенным. Значит, и независимость выбора. Значит, функция не зависит от выбора конкретной формы вида. Также важно, чтобы удовлетворяла основным свойствам, уже вышеперечисленным, таким как неотрицательность и убывание и неубывание. Липунова могут быть использованы для анализа различных аспектов системы. Использование позволяет анализировать устойчивость поведения системы без необходимости, соответственно, аналитически решать те уравнения, описывающие систему. Можно теперь сказать про функцию уже после свойств. Значит, для анализа устойчивости, как было сказано в самом начале, это является основным из применений функции Липунова. Функция позволяет определить, будет ли сходиться к равновесному состоянию, или функция будет оставаться в состоянии неустойчивым. Для этого необходимо найти такую функцию Липунова, которая будет удовлетворять условиям неотрицательности, убывания и неубывания.
Значит, дальше, как уже и здесь, убывание, не убывание. Функция позволяет определить само поведение системы в различных условиях. Например, она может показать, будет ли система сходиться к равновесному состоянию. Путем анализа функции и производной можно понять и определить, как система будет реагировать на различные входные сигналы. Это может позволить нам проконтролировать и проследить за поведением конкретной системы. Ну и, наконец, проектирование управления. Функция используется для различных систем управления, позволяет определять оптимальные параметры, структуру, и ну, чтобы достичь желаемого поведения системы. И путем анализа можно определить, какие параметры будут обеспечивать устойчивость и поведение системы. Это может позволить разработать эффектные алгоритмы управления, а также оптимизировать работу системы. В целом можно сказать, что функция Липунова является мощным инструментом для анализа и для управления системами. Она может позволить оценить устойчивость системы, определить в долгосрочной перспективе. Эта функция, то есть функция Липунова, имеет ряд свойств, которые делают ее достаточно полезной в различных моделях или приложениях. Об этих свойствах и ее применениях коротко было сказано выше. На этом все. Спасибо. Спасибо. Так, и Матюшкин Денис. Да, сейчас открою. Видно? Да, хорошо. Всем доброе утро. Доклад по теме эвристика. Меня зовут Матюшкин Денис, студент группы НПИБД-0221. Содержание доклада. Сначала рассмотрим понятие эвристики, дальше эвристические модели, такие как модель слепого поиска, лабиринтная модель и структурно-семантическая модель. И особенности эвристики. Информация о докладчике. Так, понятие эвристики. Существует много понятий эвристики, рассмотрим более обширно. Эвристика — это специальные методы решения задач, то есть эвристические методы, которые обычно противопоставляются формальным методам, то есть те, которые опираются на точные математические модели. Использование эвристических методов сокращает время решения задачи по сравнению, например, с методом полного перебора. Получаемые решения не являются, как правило, наилучшими, также не всегда обеспечивают достижение поставленной цели. Эвристика появилась в Древней Греции как система обучения в школе Сократа, когда учитель приводит ученика к самостоятельному решению задачи, задавая ему наводящие вопросы. В настоящее время используется в научных исследованиях и в творческом процессе, когда ограничена информация и отсутствуют инструкции. Перейдем к эвристическим методам. Первая модель — это модель слепого поиска, опирается на разработанный Торндейком методом проб и ошибок. Основные принципы этого метода. Первое — это проба. Организм предпринимает различные попытки для достижения цели. Вторая — это ошибка. В процессе испытаний возникают ошибки, когда выбранное действие не приводит к желаемому результату. И третье — это коррекция. На основе опыта и анализа результатов организм корректирует свои действия и пробует другие стратегии. Перейдем пример. Представим человека, который только начинает изучать игру на гитаре. Он может начать, случайно пробуя разные аккорды. Вначале он, конечно, совершает много ошибок, но в каждом попытке он понимает, какие движения приводят к желаемым звукам. С каждой новой попыткой человек
адаптируется, улучшая свою технику. Чем больше времени и усилий он вкладывает в тренировки, тем лучше становится его игра. Вторая – это лабиринтная модель. Она более распространена. Впервые сформулирована Смолом. В этой модели каждая задача, стоящая перед субъектом, рассматривается как лабиринт, а поиск решения – как процесс по блужданию по этому лабиринту. Основные идеи лабиринтной модели. Первая – структура лабиринта. Задача представляется как сложная система путей и перекрестков. Вторая – это блуждание и выбор пути. Решающие сталкиваются с различными выборами и альтернативами. Третья – это адаптивность и коррекция. В процессе блуждания решающий может адаптироваться и к изменяющим условиям и менять свое направление, то есть стратегию. Четвертое – это достижение цели. Целью решающего является достижение оптимального решения задачи, аналогично тому, как в лабиринте целью является выход из него. Одним из классических примеров являются эксперименты с крысами в лабиринте. И структурно-семантическая модель в основе своей предполагает построение системы моделей, которая отражает связи между объектами задачи на уровне их смыслового значения. Основные этапы – выделение потока информации отдельных объектов, выявление связей между ними, определение актуальных объектов и связей, отбрасывание неактуальных объектов и связей, формирование обобщенных элементов, определение связей между этими обобщенными элементами и навигация в полученном обобщенной модели. Одним из примеров являются алгоритмы для выявления тематики и ключевых слов в текстовых данных. Она исследует эти связи между этими ключевыми словами и темами, а также между различными статьями. На основе этих связей программа строит структурно-семантическую модель, поиск связанных новостных статей, классификация статей и генерация резюме, то есть создание краткого обзора. Эвристические методы и моделирование являются уникальными для человека и отличают его от искусственных интеллектуальных систем. В современном мире к области человеческой деятельности относится формулировка задачи, выбор методов ее решения, разработка моделей и алгоритмов, гипотез и предположений, и анализ результатов и принятие решений. Характерной чертой человеческой деятельности является присутствие случайности. Необъяснимые действия часто становятся источниками оригинальных и неожиданных идей. В заключение хочется сказать, что эвристика играет важную роль в принятии решений во многих сферах человеческой деятельности. Модели помогают преодолевать ограничения в условиях неполноты информации и неопределенности. Позволяя таким образом более эффективно находить решения. На этом все. Вот мой список литературы. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, перейдем к проектам. Ноль два ноль три ноль один, проект один. Да, меня слышно? Слышно, но не видно. Сейчас все будет. Так, теперь видно? Да, да, на весь экран, если можно. Да. Очень хорошо. Нашего группового проекта «Неравновесная агрегация фракталы».
Работу выполнили Беляченко Дарья Михайловна, Демидова Екатерина Алексеевна, Сунгурова Мария Анухсиновна и Смирнов Мальцев Егор Дмитриевич. А целью работы данного этапа являлось рассмотреть алгоритм моделирования агрегации ограниченной диффузией на сетке. В задачу входило описать алгоритм моделирования DLA, то есть агрегации ограниченной диффузии, и описать алгоритм реализации DLA на сетке. А для начала я, в общем-то, опишу алгоритм. Мы рассматриваем сеточную модель агрегации ограниченной диффузии. Возьмем регулярную квадратную сетку, в центр поместим затравочную частицу. Затем с расстояния чуть больше желаемого максимального радиуса итогового агрегата будем выпускать по одной новой частице. Выпущенная частица совершает случайные блуждания по сетке, делая шаги в одном из четырех доступных направлений с равной вероятностью. Если частица оказывается по соседству с затравкой, она прилипает и остается в этом узле. Затем выпускаем следующую частицу, которая также может прилипнуть к одному из занятых узлов. Шаг решетки этой модели соответствует диаметру частицы, мы рассматриваем единичный шаг. А теперь опишу алгоритм реализации. При реализации их будем хранить информацию о частицах в массиве. Если частица есть, соответствующий элемент матрицы равен 1, если нет – 0. Помещаем сначала частицу в центр поля. Новые частицы будем считать, чтобы можно было остановить программу при желаемом количестве. Для запуска частицы используем функцию randomItRadius, а для проверки положения частицы и ее случайного блуждания – checkAround, их я опишу позже. Новая частица запускается, когда текущая оказывается рядом с уже занятой клеткой. А программа прекращает работу, либо если уже было запущено достаточное количество частиц, либо если агрегат достиг максимального радиуса. Теперь алгоритм выпускания частицы. Для ускорения работы программы разумно выпускать частицы с круга радиусом немного больше максимального радиуса агрегата. Функция генерирует случайное расположение точки по формулам, которые показаны на слайде. Угол выбирается случайным образом от 0 до 2π. Немного про случайное блуждание. Рассмотрим целочисленную двумерную решетку. Каждой точке решетки соответствует 4 точки, в которые можно из нее шагнуть по выходящим из нее ребрам. Мы будем обозначать их, как указано на слайде, для шагов направо, налево, вверх и вниз, соответственно. Случайное блуждание – это недетерминированное передвижение по решетке. Стартуя из нуля, мы делаем один шаг в единицу времени, переходя в одну из соседних вершин к той вершине, в которой мы находились в предыдущий момент. При этом решение, в какую вершину шагнуть, принимается случайным образом. Соответственно, у нас 4 направления, вероятность 1/4 попасть в любой из них. И опишу алгоритм движения частицы. Эта функция проверяет местоположение частицы. Мы проверяем, что она не находится на краю квадрата, то есть рассматриваемой нами области. Если не на краю, то проверяется периметр, 4 направления. Булевым переменным found thread exit circle near edge присваивается значение true, если выполняются следующие условия. Сначала проверяется, находится ли частица у края near edge. Если частица не находится рядом с краем, проверяется, не находится ли она рядом с соседом, то есть уже занятой клеткой found friend, или не достигла ли она требуемого радиуса. После проверки местоположения, если оно хорошее, начинается диффундирование, определяется новое местоположение, ну, то есть случайное блуждание. Функция возвращает новое местоположение, ну и также булевые переменные found friend, near edge и exit circle. И в результате был описан алгоритм DLA и алгоритм реализации этой модели с помощью блок-схем. На этом все. Спасибо. Так. Проект номер 3. Отсутствует. Проект номер 5. Здравствуйте. Угу. Сейчас. Так, видно? Да, да.
Так, у меня тема химические реакции стохастическое горение. Разработчики проекта у нас Озя Стефмельдани и Энзита Дятизилуа Катензи. Мы оба студенты из группы НКНБД 0121. Так, введение. Напоминаем, что одним из основных факторов, влияющих на возникновение и развитие пожара, является структурирование пожарной нагрузки. А структурирование пожарной нагрузки зависит от расстояния между горючими объектами. Мы также напоминаем, что классические модели пожара, такие как интегральная зона и полевая модели, не позволяют исследовать сам момент поджигания. Поэтому существует другой подход, чтобы рассматривать процесс развития горения на основе теории конечных цепей Маркова. Так, алгоритм решения задачи. В целом, надо просто, превратить вот эту задачу как задачу на теорию конечных цепей. В итоге мы получим вот такой алгоритм, который позволит нам решить задачу и который имеет следующие этапы. Отождествление. Первый этап у нас – отождествление модельного состояния со состоянием процесса горения пожарной нагрузки. Второй этап у нас – выбор оптимального размера модуля пожарной нагрузки. И третий итоговый этап – это рассчитать ориентировочные значения переходных вероятностей по получению временным или оценка значений марковских параметров. Так, отождествление. Отождествление модельного состояния со состоянием процесса горения пожарной нагрузки. Поскольку марковская цепь событий представляет собой процесс перехода из состояния в состояние, то при ее разработке первой задачей является отождествление модельного состояния со состоянием процесса горения пожарной нагрузки. Напоминаем, что, конечно, цепь Маркова – это процесс, который у нас, процесс, который приходит из состояния в состояние, и при этом число состояния, конечно, и вероятность перехода в следующее состояние всегда зависит от только текущего состояния, значит, о том, в каком состоянии процесс находится на текущее время. Например, при исследовании простейшего случая горения двух соприкасающих модулей следует различать время от начала горения модуля номер один или состояния номер один до воспламенения модуля номер два. Это у нас Т1. И время совместного горения модуля номер один и модуля номер два. Это у нас время Т2. И время горения только второго модуля Т3. Как у нас отзывается в рисунке номер один. Так, для такого процесса, как и для всех марковских процессов, существует матрица переходных вероятностей P. И собственный вектор матрицы альфа. Такой, что альфа P равно альфа. Здесь альфа 1 – это вероятность нахождения процесса в первом модуле или в первом состоянии. Альфа 2 – это когда у нас во втором состоянии. Так, второй этап – выбор оптимальных форм и размера модуля пожарной нагрузки. Следующей задачей является выбор оптимальных форм и размера модуля пожарной нагрузки. Так как горение в большой степени зависит от способа распределения
горючего материала в пространстве, что по умолчанию предполагается во всех способах оценки пожарной опасности, то в качестве модельного объекта был выбран пустотельный куб. С технической точки зрения достоинством кубического модуля является постоянство удельной пожарной нагрузки для любого размера стороны куба. Это позволяет сохранять постоянным значение важного параметра при моделировании процессов горения. Насчет размера придется экспериментально исследовать зависимость времени горения от изменения размера куба. Вот это мы делаем на базе каких-то статистических данных. И на следующем этапе, конечно, при представлении код алгоритма буду приводить какую-то таблицу данных. Так, и третий этап – оценка значений морковских параметров процесса горения пожарной нагрузки. Для рассматриваемого процесса справедливо α1P11, альфа плюс α1P12 плюс α2P21 плюс α2P22 равно единице. Это следует из вероятности по строке в матрице переходных вероятностей для морковского процесса. Слагаемые α1P11 соответствуют времени T1, α1P12 плюс α2P21 соответствуют T2 и α2P22 соответствует T3. И то, что у нас α1P12 плюс α2P21 следует из того, что у нас α1P12 равно α2P21, что означает, что α1P12 соответствует 1/2 T2, а α2P21 соответствует 1/2 T2. Далее у нас простые алгебраические преобразования, которые приводят к следующему выражению. Так, сейчас это формула для вычисления вероятности нахождения процесса в каком-либо состоянии. Α1 здесь это вероятность нахождения процесса в первом модуле и вычисляется по такой формуле. И α2 – это вероятность нахождения процесса во втором модуле. И вот как она вычисляется. Дальше мы можем тоже вычислить наши переходные вероятности. Вот, поскольку у нас вот такое отношение α1P11 равно T1 на сумма T1 плюс T2 плюс T3, то у нас появляется вот такая формула P1.1 равно T1 на T1 плюс 1/2 T2. Аналогично для других вероятностей мы найдем вот P1.2, P2.1, P2.2. Итак, в итоге мы проводим оценку значений морковских параметров модельного процесса горения пожарной нагрузки, составленной из двух таким образом, в данной работе был предложен алгоритм решения моделирования развития горения на основе конечных типов Маркова. Показано, что для этой цепи могут быть использованы структурные модули в виде куба. Предложен метод оценки значений морковских параметров модельного процесса горения пожарной нагрузки, составлены из двух соприкасающихся модулей. На этом все. Спасибо всем за ваше внимание. Спасибо. Микрофон у себя выключите. Значит, проект номер 7. Да, мы сразу подключимся. Угу.
Извините, перепутали номер, седьмой это не мой. Так, проект номер 7 образования планетной системы. Нету никого. Проект номер 8 колебания цепочек 020301. Да, на месте. Колебания цепочек, да. Угу. Так скажите, пожалуйста, видно, не видно? Да, хорошо. Видно все, да? Да. Восьмой проект «Колебания цепочек». Второй этап – алгоритм. Презентация по алгоритмам решения задачи. В проекте участвуют следующие студенты группы НКНБД-0121. Юсопов Эмиль Артурович, Подлесный Иван Сергеевич, Саражидинов Камалетдин Джамалетдинович, Абусевели Мухаммед Мунифович. Информация. И по второму этапу проекта я буду вашим докладчиком. Целью работы является описание алгоритма решения гармонической цепочки. Так как нет много времени, давайте сразу переходим к теоретическому обоснованию по решению задачи. Чтобы написать алгоритм решения задачи, нужно понятное химическое описание системы и как бы решить ее математически, во-первых, и потом по нашему решению будем строить наш алгоритм. На первом этапе было представлено или показано уравнение движения для этой частицы, которое выражается вторым законом Ньютона. Вот решениями, уравнениями движения являются стоящие волны, то есть наша функция y ита. Вот y ита равно а умножить на косинус p x ита плюс b на синус p x ита. И это все умножится на косинус от омега на t. В этом выражении у нас омега – это частота колебания стоящей волны, π – ее волновое число. А это амплитуда колебаний, связанная с компонентой косинуса. Б амплитуда колебаний, связанная с компонентой синуса. Вот полное решение, это y, это должно удовлетворять граничным условиям. Y нулевой равен нулю и yn плюс 1 равен нулю. Что это вообще значит? Это просто значит, что в конце нашей цепочки прикреплены к стенкам. И отсюда следует, что а равно нулю и синус p на n плюс 1 на d равен нулю. P на n плюс 1 на d это можно понять как общую длину цепочки в единицах длины волн. Но очевидно же, это может только выполняться при определенных значениях π, которые будем назвать их собственными значениями. Вот это наше значение, поставив наши PL в уравнение движения нашим, получаем дисперсионное соотношение. В гармонической цепочке стоящие волны с различными волночными числами PL, то есть с разными PL, не взаимодействуют. И такие волны будем называть собственными модами, или гармониками системы. Ну что ж, давайте тогда переходим к самому алгоритму. Вот. Но по решению, что мы будем делать? Ну, на первом шаге задаем начальное значение для нашей системы. Это количество и массы частиц, n и m, соответственно. Коэффициент жидкости, k. И длину между частицами, d. Далее будем вычислять положение равновесия для каждой этой частицы x и t равны и на d. Далее находим для каждой гармоники с номером l собственное значение pl и дисперсионное соотношение омега l. После того, как мы, во-первых, определили или
определили, да, те значения, которые были нам, начальные значения, которые были нам даны, и вычисляли нужные нам значения, поставив все это значение в уравнение Y-кита для каждой этой частицы. И, собственно, мы решили нашу систему. И, наконец-то, пятый шаг. Выводим на экран результат нашего процесса. Ну, то есть просто моделируем нашу систему. Вывод. На презентацию мы представили, на нашей презентации мы представили алгоритм решения гармонической цепочки, основанный на математическом описании системы и ее решении. Вот список литературы. Это все. Спасибо за внимание. Так, 02-03-01, проект номер 9. Да, сейчас мы что? Так, все. Все видно? Да, хорошо. Здравствуйте. Мы студенты группы НКН БДН-021 и хотим представить вам второй этап группового проекта по теме рост дендритов. Итак, в рамках проекта нам необходимо было сделать алгоритм решения задачи. И прежде всего нам стоит разобраться, что такое алгоритм. Алгоритм – это упорядоченный набор действий, которые необходимо выполнить для решения поставленной задачи. Также алгоритмы нужны для получения результата более эффективным и быстрым путем, а также для уменьшения количества ошибок, которые возникают при решении задач вручную. Итак, на первом этапе нам задается начальное состояние системы, включающее все необходимые физические параметры материала и начальные условия для симуляции. Этот этап критически важен для обеспечения корректности всего процесса моделирования. Определение параметров вещества. На экране вы можете видеть параметры титана, собственно, это плотность, масса на единицу объема материала, необходимая для расчета массы вещества в заданном объеме, и определение выделяемого или поглощаемого тепла в процессе фазового перехода. Удельную теплоту плавления – это количество теплоты, необходимое для перехода единицы массы вещества из твердого состояния в жидкое без изменения температуры. Оно используется для расчета тепловых эффектов при кристаллизации, теплоемкость при постоянном давлении. Это энергия, требуемая для нагрева единицы массы вещества на 1 градус Цельсия, важная для определения изменения температуры в материале. Коэффициент теплопроводности описывает способность материала проводить тепло и критичен для расчета распределения температуры в системе. А также температура плавления, которая определяет начальную точку фазового перехода. После определения этих параметров задаются начальные условия. Начальная температура плавления расплава – это температура жидкой фазы в начале симуляции, влияет на степень переохлаждения и условия начала кристаллизации и безразмерное переохлаждение, которое является ключевым фактором, определяющим начало процесса кристаллизации. Да, собственно, дальше мы создаем симуляционную сетку. Ее изображение мы вам чуть позже покажем. Она служит пространством для моделирования роста дендритов. Для подготовки этой сетки очень важно учитывать ее размер, то есть количество узлов по каждому измерению, и расстояние между этими узлами, так как это влияет на детализацию и точность моделирования. А для инициализации затравки в центре сетки создается участок в твердой фазе. Размеры формы затравки могут варьироваться в зависимости от цели симуляции. Дальше мы моделируем распределение температуры в системе с течением времени, которое будет являться основой для анализа роста дендритов.
Мы используем для этого уравнение теплопроводности, учитывая приток тепла в систему и его распределение. В качестве реализации можно взять численный метод, например, метод конечных разностей для аппроксимации производных и расчета температуры в каждом угле сетки. Также очень важен выбор временного шага, и он очень важен для стабильности и точности расчетов. Но я думаю, что по поводу численных методов мы уже будем разбираться, когда начнем программировать. Давайте тогда сразу поговорим про то вообще, как реализуется моделирование роста дендритов, вот на основе чего. И это будет, как бы, ответ будет такой, что на основе рассчитанных температурных полей и соответствующих физических законов. Скорость роста границы кристаллизации определяется условием Стефана. Она позволяет взять скорость роста с границы градиентов, температуры на границе фаз. Исходя из скорости, происходит обновление положения границы кристаллизации. Тем самым моделируется расширение твердой фазы. Далее у нас есть условия Гибса-Томпсона, которые корректируют температуру плавления на границе кристалла, учитывая кривизну границы и влияние поверхностного натяжения. После каждого этапа рост дендритов требуется пересчитать температурное поле, учитывая выделение и поглощение теплоты за счет фазового перехода. Затем проводится детальный анализ сформированных дендритных структур для оценки их свойств и сравнения с теоретическими экспериментальными данными. В целом, в оценку нашей морфологии входит анализ формы, размеров, ветвления дендритов, использование методов измерения фрактальной размерности, сопоставление результатов моделирования с экспериментальными данными по росту и сопоставление этих данных по росту дендритов помогает проверить точность и надежность нашей модели. Вот. Заключительный этап проекта включает подготовку визуализации процесса роста дендритов и анализ полученных результатов, использование графических инструментов для создания изображений видео, демонстрирующих динамику роста дендритов, конечную структуру. И в целом логично, что визуализация, она является ключевым элементом наглядного представления и исследования и помогает в анализе результатов. Таким образом, в ходе проекта был представлен процесс разработки алгоритма моделирования роста дендритов, начиная с инициализации параметров симуляции и настройки симуляционной сетки, и заканчивая моделированием роста дендритов и анализом их структуры. Алгоритмы играют важную роль в решении задачи, обеспечивая более эффективный и точный способ получения результатов. На этом у нас все. Спасибо. Спасибо. Нужно было только алгоритм, не нужно было модель на этом этапе. 020302, проект 1. Здравствуйте. Да, мы готовы. Меня слышно? Да. Очень хорошо. Одну секунду. Так, что-то видно? Да, хорошо. Прекрасно. Всем здравствуйте. Мы подготовили для вас второй этап нашего проекта «Неравновесная агрегация фрактальные кластеры». Подготовили Арестова, Желтакова, Гнатю, Гару, Тега и Дамака. Что ж, приступим. Целью нашего исследования являлось... Целями нашего исследования являлись реализовать сеточную модель химически ограниченной агрегации и проанализировать модель методами нахождения фрактальной размерности. В качестве модели мы взяли химическую ограниченную агрегацию. На данном слайде представлена постановка задачи. Перейдем к следующему, так как на прошлом этапе мы вкратце рассказали, что из себя представляет эта модель. На этом слайде представлен алгоритм нахождения фрактальной размерности методом сфера, о котором мы тоже рассказывали на прошлом этапе. Если интересно и нужно вспомнить, можете посмотреть. Пока переходим к следующему. На этом слайде представлен краткий обзор языков моделирования. В результате обсуждения для моделирования был выбран язык Julia, так как он работает с массивами и функциями, в отличие от OpenModel, а также является производительным и гибким языком.
Для расчета фрактальной размерности методом сфер необходимо построить график зависимости логарифма площади части фигуры от логарифма радиуса окружности. Если график близок к линейной функции, то тангенс угла наклона будет фрактальной размерностью. Для нахождения тангенса угла наклона будем использовать линейную аппроксимацию методом наименьших квадратов. На слайде представлен вывод конечных формул коэффициентов аппроксимирующей прямой для выборки пар значений. Как видим, формула зависит от ковариации элементов пар выборки, дисперсии элемента пары выборки и средних значений обоих элементов. Для языка Julia разработан пакет CurveFit, содержащий функцию LinearFit, линейно аппроксимирующую выборку пар величин методом наименьших квадратов. Синтаксис функции представлен на слайде. На этом слайде представлена блок-схема алгоритма имитации образования кластера частиц. Алгоритм имитирует появление новых частиц, их блуждание по сеточному полю вокруг кластера и прилипание к нему или уничтожение. Поговорим о псевдоколе. На слайдах представлен псевдокод алгоритма имитации образования кластера частиц. Сейчас я вам его полностью покажу. Алгоритмы вычисления фрактальной размерности агрегата. На этом второй этап у нас заканчивается. На следующем этапе проекта предлагается реализовать описанные алгоритмы через программный код. На этом все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое за внимание. Все. Спасибо. Проект номер 2. Электрический пробой. Здравствуйте. Проект номер 3. Молекулярная динамика. Здравствуйте. По второму докладу я сейчас открываю экран. Вас не слышно, во-первых, а во-вторых, как-то вы очень медленно все делаете. Давайте второй. Почему меня не слышно? А сейчас меня слышно? Нет, не слышно. Интересно. Совершенно не слышно. Не будете делать? Давайте третий тогда проект, пожалуйста. Угу. Да, здравствуйте. Так. Сейчас мне нужно перезапустить приложение, чтобы разрешить доступ к экрану. Так. Ага. Так, видно? Да, видно. Итак, у меня здесь второй этап проекта номер 3. Проектная группа Шатохина Виктория, Кузнецов Василий и Петрова Мария. Цели второго этапа проекта – это описать модели и алгоритмы. И для начала введения, что же такое уравнение молекулярной динамики? Это математическое уравнение, которое описывает движение атомов и молекул в системе. Они имеют широкое применение в различных областях науки, включая физику, химию, биологию и материаловедение. Одной из основных задач, которые решают уравнение молекулярной динамики, является прогнозирование свойств и поведения материалов на микроуровне. Проблематика, связанная с уравнениями молекулярной динамики, заключается в том, что моделирование динамических процессов на микроуровне является сложной задачей, требующей точного описания взаимодействия между атомами и молекулами в системе. И начнем же с уравнения движения. Вот представлена формула движения в уравнениях молекулярной динамики. И
обычно выражается таким образом, представленным на слайде, где R от ИТО и М от ИТО — это, соответственно, положение и масса атома I. Вот. Далее мы переписываем систему N обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка в виде 2N уравнений первого порядка, и проводится это для удобства вычисления и численного решения. И в новом представлении уравнений каждое уравнение представляет собой первую производную от одного из элементов системы второго порядка. То есть у нас получилось уравнение, описывающее изменение положения частицы как скорость частицы, и уравнение, описывающее изменение скорости частицы как ускорение частицы. И далее полученную систему уравнений необходимо дополнить начальными условиями, так как это является важным шагом при решении задачи, поскольку начальные условия определяют точное состояние системы в начальный момент времени и позволяют вычислить ее эволюцию в будущем. Далее мы применяем эти начальные условия, и для решения подходящим методом оказывается алгоритм Верлев в скоростной форме. Как раз-таки алгоритм Верлев в скоростной форме требует начальных значений оппозиций. Таким образом, дополнение системы уравнений начальных условий позволяет нам определить начальное состояние системы и использовать эти значения в численном методе для решения задачи движения частиц. Что касается алгоритма Верле, это численный метод для решения уравнения движения в молекулярной динамике. И на слайде представлена скоростная формула алгоритма Верле. Здесь мы задаем начальное положение, вычисляем ускорение и так далее. Вот. Также можно сказать, что алгоритм позволяет эффективно моделировать движение молекул в системе. Далее. Потенциал Ленарда Джонса представляет собой модель взаимодействия между атомами или молекулами в молекулярной динамике. И этот потенциал широко используется для моделирования межмолекулярных взаимодействий и свойств вещества. И формула потенциала Ленарда Джонса выглядит следующим образом, представленным на слайде. Здесь у нас используется потенциальная энергия взаимодействия, расстояние между частицами, параметр, связанный с глубиной потенциальной ямы, параметр, связанный с расстоянием, на которое потенциал переходит в ноль. И алгоритм подхода к задаче моделирования системы с использованием потенциала Ленарда Джонса включает следующие шаги. Определение начальной конфигурации системы частиц, атомов или молекул, и задание начальных координат, скоростей и других параметров. Далее расчет сил потенциальной энергии, взаимодействие между своими парами частиц в системе с использованием формулы потенциала Ленарда Джонса. Применение методов численного интегрирования, например, метода Верле, для расчета движения частиц в системе в соответствии с полученными силами. Рассмотрение влияния термостата или баростата для поддержания температуры и давления в системе. И далее моделирование динамики системы для протяжения заданного временного интервала и анализ полученных результатов. Вывод в пользу выбора модели. Одним из ведущих достоинств потенциала Ленарда Джонса является также его вычислительная простота, не требующая вычисления сложных функций. Данный потенциал широко применяется как модельный потенциал, особенно в работах, в которых основной задачей является исследование общих физических закономерностей, а не получение точных количественных результатов. И результат во втором этапе работы над данным вторым этапом были описаны математические модели уравнений молекулярной динамики, а также алгоритм Верле, изучен потенциал Ленарда Джонса и сформулирован общий алгоритм подхода к задаче моделирования системы, и для дальнейшей работы с проектом выбран потенциал Ленарда Джонса. Вот, и библиография, и в принципе все. Спасибо. Так,
Электрический пробой будет кто-нибудь все-таки, нет? Да, сейчас лучше слышно. Да, давайте, да. Угу. Здравствуйте, электрический пробой. Давайте для начала вспомним вообще, что это такое. Соответственно, электрический пробой – это явление резкого возрастания тока в твердом и жидком или газообразном диэлектрике. Соответственно, перейдем к методам. Первый метод – итерация. Он считается по методу Гаусса. Соответственно, мы рисуем решетку и проводим ток через проекции. То есть, если по оси X, то мы пересекаем левую и правую грань, по оси Y мы пересекаем нижнюю и верхнюю, а по оси Z мы пересекаем переднюю и заднюю грань. Соответственно, у нас получается следующее уравнение. Складывая эти уравнения, мы получим полный поток внутри ячейки. А после этого преобразуем это уравнение, и, соответственно, так как в данном случае поток равен нулю, то при уравнении для потенциала в однородной диэлектрике все сводится к уравнению Лапласа. Так оно выглядит. Соответственно, систему, которую мы получили, удобно решать методом итераций. Новое значение потенциала в каждом внутреннем узле вычисляется как среднее арифметическое в каждом внутреннем узле и в среднем синусах. Для того, чтобы начать итерации, необходимо задать для внутренних узлов расчетные области неких произвольных значений φ. При этом необходимые значения φ на границе расчетной области берутся из граничных условий. Таким образом, можно вычислить новые значения потенциала во всех внутренних узлах. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока новые значения будут отличаться от старых не более чем на заданную величину, за которую мы берем погрешность вычисления потенциала. Соответственно, доказано, что итерации всегда сходятся, то есть значения потенциала стремятся к точному решению. Модель НПВ. Эта модель придумана не Мейером, а Петронеро и Висманом. Соответственно, впервые была предложена как модель, которая позволяет описать рост структуры разрядов диэлектриков. В ее основе лежит предположение, что структура растет случайным образом, причем вероятность роста зависит только от локального электрического поля вблизи структуры. Соответственно, для расчета электрического поля область моделирования покрывается сеткой, например, квадратной, на которой решается уравнение Лапласа. Рост начинается с одной из точек на электроде. На каждом шаге роста с некоторой вероятностью может быть образована одна веточка разрядной структуры, и эта веточка будет соединять два соседних узла сетки, один из которых уже принадлежит разрядной структуре, а другой является диэлектриком. Таким образом, из каждого узла двумерной сетки может образоваться до 8 веточек, ну, если учитывать возможности роста по диагоналям, для трехмерной сетки до 26 веточек. Соответственно, на каждом шаге роста случайный процесс выбора новой веточной структуры реализуется следующим алгоритмом. Пробегаем по всем M узлам решетки, в которых возможен рост, и рассчитываем сумму, где величина E своя для каждой пары узлов, а находится на каждом шаге роста по текущему распределению электрического поля. Затем разыгрывается случайное число, равномерно распределенное от 0 до Z. Для этого используется формула, как раз где Z умножается на рандом. И затем повторно шаг за шагом рассчитывается до тех пор, пока сумма не станет больше этого заданного числа. Тот узел, для которого сумма стала больше, присоединяется к новой структуре. Новое образование веточки присваивает значение потенциала того электрода, с которого начинается рост этого стримера. Таким образом формируется эквипотенциальная структура. А флуктуационный критерий роста – это следующий метод. Он берется в многозвездных моделях, в которых, наоборот, пренебрегается влиянием приводящих звеньев, возникающих на данный шаг по времени. И пусть пробой проходит в тех областях диэлектрика, где величина поля превозносит некоторое пороговое значение E со звездочкой, то есть электрическую прочность. Но вообще это не совсем правильно, так как реальный диэлектрик не является полностью однородным. Существуют слабые места с повышенной ионизацией за счет космических частиц, с флуктуациями температуры и так далее. То есть критерии возникновения пробоя можно описать в виде
Е звездочка минус бета, где бета – величина флуктуации. Соответственно, очевидно, что большие значения бета будут встречаться реже, чем маленькие, и для такого случая, независимо от этих событий распределения, для флуктуаций есть экспонента. Экспоненциальное уравнение, где g – некоторый параметр, и такое распределение можно получить, задавая случайное число бета. Соответственно, это соответствует вероятности пробоя. Развитие пробоя происходит следующим образом. То есть проверяются все звенья, выходящие из триммерной структуры. То есть из них для некоторых, где E от E больше, чем E звездочка минус бета, присоединяются к структуре. Эта модель роста принадлежит к классу многозвенных. Шаг роста во времени бета-t рассчитается постоянным. Вот. Соответственно, мы разобрали возможные алгоритмы решения, точнее, нахождения электрического пробоя. Не очень хорошо читали, алгоритмов нету. Проект номер 5. Нет проекта номер 5. Проект здесь номер проект 7. Номер 5. Ну, в следующий раз проект вот так же вот долго сейчас думать будете. Просто пропущу и дальше пойду. Так, видно, показывается. Нет, ничего не видно. Так, сейчас видно. На весь экран, пожалуйста. Так. Все. Полностью на весь экран. Давайте же мы приступим. Наш проект «Химическая реакция с токсическое горение» подготовили студенты группы НФИБД 01-02. Руководителем является Дмитрий Сергеевич Кулябов. Давайте же приступим к цели. Целью нашей нашего проекта является реализовать комплексную математическую модель статистического горения, интегрирующую уравнение Лангевена, кинетические Монте-Карло и вероятностные распределенции. Задача второго этапа является разработка алгоритмов решения поставленной задачи и обоснование их выбора. Давайте же перейдем к рассматриваемой модели. Пусть у нас есть CXT – это концентрация реагентов в точке X в моменте времени t. Модель будет описываться следующим уравнением Лангевена, где у нас d – это коэффициент диффузии, k от xt – это функция статистической скорости, v – это объем системы, и nu xt – это гауссовский белый шум. Перейдем к алгоритмам. Уравнение Лангевена является стохастическим дифференциальным уравнением, описывающим эволюцию системы под воздействием стохастических воздействий. Для его численного решения применяются методы численного интегрирования, такие как метод Эйлера или метод Runge-Kutta. Метод Эйлера имеет следующий вид, где дельта t – шаг по времени, это от x и t – гауссовский белый шум. Метод Эйлера прост в реализации и подходит для начальной демонстрации модели. Следующий слайд. Следующий слайд. Далее мы перейдем ко второму алгоритму. Кинетический Монте-Карло. В последующем мы будем его называть КМС для простоты. КМС используется для моделирования стохастических процессов, в которых происходят дискретные события с заданными вероятностями. В данном контексте КМС применяется для моделирования химических реакций в пространстве. Пройдемся по пунктам. Это определение возможных реакций и их вероятностей. Тут, в принципе, все понятно, пояснять не буду. Второй — выбор реакции. Используется метод случайного выбора в соответствии с вероятностями реакций. И третий — это обновление состояния системы. Обновляется концентрация реагентов в соответствии с выбранной реакцией. КМС прекрасно подходит для моделирования случайных событий и позволяет учесть стохастичность химических процессов. Далее. Вероятность распределения функций, или просто PDF. PDF используется для описания вероятностных распределений концентрации реагентов в пространстве. Оно обновляется на результатах, полученных из уравнений Лангевена и КМС. Инициализация PDF. Это начальное распределение концентрации, устанавливается в соответствии с начальными условиями. Дальше идет обновление PDF после шагов уравнения Лангевена и КМС, то есть интегрируются результаты
из уравнения LGVN и КМС в PDF. И последний пункт – это адаптивное обновление. PDF может быть адаптивно обновлено для учета изменений в концентрациях и их вероятностных распределений. Использование PDF позволяет нам отслеживать вероятностные характеристики системы и также учет стохастичности в пространственном распределении концентраций. Следующий слайд. Рассмотрим краткое обоснование применения алгоритмов. Уравнение Лангевена у нас описывает диффузию и стохастические реакции, раскрывая динамику частиц. Метод Монте-Карло, акцентируясь на дискретности химических реакций, вносит стохастичность в процессы на молекулярном уровне. PDF позволяет моделировать вероятностные распределения, важные для неоднородных систем. Следующий слайд, пожалуйста. Мы представим вам блок-схему нашего алгоритма. Программа у нас начинается с инициализации параметров моделирования, таких как коэффициенты диффузии и объем. Также устанавливает общее количество временных шагов и размер шага по времени. Затем инициализируются начальные условия, такие как начальные концентрации и начальное распределение функций. Далее мы переходим к основному циклу моделирования, который состоит из первого расчета изменений концентрации по времени с использованием метода Эйлера для уравнения Лангевена и выполнения кинетического Монте-Карло для определения возможных реакций и обновления состояния системы. В конце программы, после завершения основного цикла моделирования, ожидается получить результаты моделирования, которые могут включать в себя эволюцию концентрации со временем и распределение функций в системе. Следующий слайд. Теперь быстро пробежимся по псевдокоду. Быстро, потому что мы уже рассмотрели блок-схему. Вначале у нас проходит инициализация параметров моделирования. Это такие параметры, как значение коэффициента диффузии, объем, общее количество временных шагов, ну, то есть количество итераций, и размер временного шага. Далее у нас идет инициализация начальных условий, начальные концентрации и начальные распределения функций. Далее мы переходим к основному циклу. Для каждого временного шага от 1 до максимального значения, то есть все итерации, выполняются следующие шаги. Первое, что выполняется, это уравнение Лангевена. Для каждого временного шага выполняется численное решение уравнения Лангевена с использованием метода Эйлера. Изменение концепции рассчитывается на основе второй производной и стохастической скорости реакции, а также гауссовского белого шума. Можно следующий слайд. Далее мы переходим к кинетическим Монте-Карло. На каждом временном шаге определяются возможные реакции и их вероятности. Выбирается реакция на основе вероятностей и обновляется состояние системы. Далее у нас входит, в работу третий алгоритм. Это вероятностное распределение функций. Инициализируется начальное распределение концентрации и создается PDF. Далее обновление PDF осуществляется на каждом временном шаге на основе текущей концентрации. Можно следующий слайд. И перейдем к выводу. В ходе второго этапа проекта мы разработали комплексную математическую модель стохастического горения, обосновали применение алгоритмов, и на следующем этапе проекта покажем реализацию описанных алгоритмов через программный код. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, проект номер 7. Здравствуйте, да, демонстрирую. Видно экран? Да. Отлично. Так, сейчас сброшу. Доброе утро, уважаемые слушатели. Сегодня мы хотели бы представить второй этап проекта «Образование планетной системы». В состав нашей группы входят Парфенова Елизавета, Латыпова Диана, Виктор Тоза и Туктсе Абаси из группы НФИ БД-02-21. Приступим. Так, актуальность нашего проекта не изменилась. Она заключается в том, что изучение процесса формирования планетной системы является ключевым для астрономических исследований,
а также расширяет наши знания о Солнечной системе и Вселенной в целом. Следующий слайд. Объектом и предметом нашего исследования также остались частицы, образующие планеты и физические процессы, происходящие при этом образовании. Следующий слайд. Перейдем к целям. В данном этапе проекта мы нацелены определить алгоритм, подходящий для решения дифференциальных уравнений нашей задачи и описать его. На слайде представлены материалы, которые мы использовали и планируем использовать в ходе нашего выполнения нашего проекта. Итак, выбор алгоритма. Наша система частиц движется под воздействием гравитационных сил, сил отталкивания и сил трения. Уравнение движения для каждой частицы можно записать в виде уравнения, которое вы видите на слайде. Это уравнение второго порядка. Вот, и эту формулу вы уже встречали в нашей математической модели. Если мы введем скорость частиц в аиту и их ускорение аиты, которое по второму закону Ньютона будет равняться f ита, деленное на m, тогда мы сможем записать наше уравнение в виде двух n уравнений первого порядка, которые также представлены на слайде. Теперь полученную систему уравнений необходимо решить каким-нибудь методом, и мы выбрали для этого метод Верле. Подробнее разберем алгоритм Верле. Как ранее наши коллеги уже сказали, алгоритм Верле является численным методом для решения дифференциальных уравнений движения. Мы выбрали этот метод для решения уравнений из-за его оптимального сочетания точности и эффективности. В данном методе расчет сил взаимодействия, который требует наибольшего времени, можно выполнять реже, уменьшая тем самым вычислительную нагрузку. Тем временем метод Верле обеспечивает достаточную точность при сравнительно невысоком порядке вычислений. Далее на слайде показано, как алгоритм Верле записан в скоростной форме. Здесь у нас верхние индексы обозначают номер шага по времени. Этот алгоритм имеет третий порядок точности, если шаг по времени постоянный. В данном представлении необходимо будет использовать два массива для хранения ускорения на двух шагах по времени. Но этого неудобства можно избежать, переписав схему в следующем виде. Первое у нас уравнение описывает вычисление новых скоростей на половинном временном шаге. Далее у нас вычисление новых позиций. Следующее уравнение описывает вычисление новых скоростей. И последнее — это вычисление новых ускорений. Критерием для выбора шага по времени может служить условие сохранения полной энергии системы. И когда система сохраняет свою полную энергию, это означает, что потерь или приростов энергии со временем нет. И тем самым система сохраняет свою стабильность и точность моделирования. Мы попробовали представить алгоритм Верле в виде блок-схемы, а также написали псевдокод. В блок-схеме мы вначале задаем начальные значения величин, и после этого входим в два цикла. Внешний цикл у нас идет по количеству временных шагов. Мы определили, что их 1000, а внутренний проходится по каждой частице. И внутри циклов мы вычисляем величины, которые вычисляются в алгоритме Верле. То есть это у нас скорость на половинном временном шаге, новое положение, новая позиция, далее скорость на следующем временном шаге и ускорение. Собственно говоря, псевдокод у нас почти что повторяет блок-схему, поэтому на нем останавливаться не будем. При этом сила F, которая участвует в вычислении ускорения, она может складываться из гравитационной силы, силы отталкивания и сил трения, формулы которых у нас представлены на слайде и также были представлены в нашей математической модели ранее на первом этапе проекта. Перейдем к итогам. Мы определили, какой алгоритм будем использовать при решении дифференциальных уравнений. Этим алгоритмом стал алгоритм Верле. Мы описали его суть и составили блок-схему и псевдокод. На этом все. Спасибо за внимание. Да, прошу прощения за техническую заминку. Слайды почему-то при демонстрации у нас не листались, поэтому пришлось так. Хорошо. Проект номер 8. Да, добрый день, готов. Сейчас задемонстрирую экран. Так, видно экран? Да. Так, я вот сейчас включил демонстрацию, тоже видно все. Так, окей. Проект,
колебания цепочек, проектная группа на вашем экране. Цель этого проекта – это описать алгоритм моделирования колебаний цепочек, включая как гармонические линейные, так и ангармонические нелинейные цепочки, а также мы затронем проблему Фермы-Паскова Лампа. Гармонические колебания цепочек. Для простой одномерной модели твердого тела, состоящей из n точечных масс, частиц массы m, соединенных пружинами жесткости k, описывается следующее. Далее описывается следующее. Это уравнение движения, движение и стоячие волны, и, собственно, значение и дисперсионное соотношение. Собственно, уравнение движения. Движение каждой частицы может быть описано дифференциальным уравнением, учитывающим силы, действующие от соседних пружин. Полная сила, действующая на итую частицу, задается следующим образом, вы можете видеть на экране, и что, соответственно, приводит к уравнению движения. Решение стоячей волны. Решениями этой системы являются стоячие волны, характеризующиеся их частотой омега и волновым числом ро, заданные, как показано на экране. Собственное значение дисперсионного соотношения, конкретное значение ρ, собственное значение определяется ограниченными условиями. Дисперсионное соотношение, связывающее частоту колебаний с волновым числом, выражается, как, собственно, показано на экране. Гармонические колебания цепочек и проблемы Ферми-Паскова-Лампа. Для реальных пружин линейное приближение восстанавливающей силы пропорциональное смещение действительно только при малых деформациях. При больших деформациях сила отклоняется от этой линейной зависимости, что может быть смоделировано добавлением нелинейного члена к силе, как это показано на экране. Выражение для энергии и экспериментов ПО. Выражение для энергии. Это энергия системы включает эту нелинейность, добавляя кубический член для учета ангармонических эффектов. И эксперимент заключается в следующем. Обсуждается знаменитый эксперимент ФПУ, целью которого было исследование распределения энергии между модами нелинейной цепочки, и который привел к неожиданным результатам, вызвавшим вопрос о начальных ожиданиях равномерного распределения энергии. Преобразование Фурье упоминается как инструмент для анализа поведения цепочки, особенно в преобразовании координат и скоростей для анализа распределения энергии между гармоническими модами в гармонических и ангармонических цепочках. Ну и задания, которые стояли перед нами, то с помощью этого алгоритма несколько актуальных задач будет выполнено, которые перечислены на экране. Собственно, первое задание. Вот демонстрация гармонических колебаний цепочки из частиц. На графике показано изменение смещения для каждой из 10 частиц цепочки во времени. Частицы колеблются согласно заданной амплитуде и частоте, демонстрируя стоячие волны, которые характерны для системы, соединенной пружинами. Каждая линия на графике представляет собой смещение отдельной частицы во времени, показывая, как частицы в цепочке колеблются в унисон, создавая гармоническое движение. Этот пример иллюстрирует основные принципы, описанные для гармонических колебаний цепочек, включая дифференциальное уравнение движения и его решение в форме стоячих волн. Далее задание «Инициация параметров системы». Ну, как мы, собственно, выполняли это задание. Не буду на этом останавливаться. Дальше. Вот перед вами код. Это алгоритм для моделирования гармонических колебаний цепочки частиц, соединенных пружинами. Он может быть расширен или модифицирован для включения ангармонических эффектов или для более сложных условий задачи. Ну и, собственно, перед этим был представлен код для моделирования и визуализации гармонических колебаний цепочки из 10 частей, соединенных пружинами, с фиксированными концами. Используя метод Эйлера-Кромера для численного решения уравнения движения и создания анимации колебаний. Начальное смещение частиц задано так, чтобы создать стоячую волну, исключая первую и последнюю частицы, которые зафиксированы. Анимация показывает, как частицы колеблются вокруг своих равновесных положений, демонстрируя передачу энергии вдоль цепочки. Здесь библиография, и на этом в целом все. Спасибо за внимание. Не нужно читать, не нужно программ, не нужно графиков, нужно было только алгоритм. 090303, проект номер один.
Нету никого, да? 090303, проект номер 3. Да, сейчас, минуту. Скажите, пожалуйста, видно? Да, хорошо. Листается? Да, листает. Отлично. У нас тема молекулярная динамика. В этой главе мы рассмотрим алгоритм Верле и его применение к моделированию межмолекулярного взаимодействия на основе потенциала Ленарда Джонса. Выбор этого потенциала обусловлен его хорошим воспроизведением взаимодействия молекул благородных газов, а использование алгоритма Верле в скоростной форме обеспечивает точный результат и эффективность для систем с краткодействующим взаимодействием. Рассмотрим необходимые условия сходимости. Данная формула, представленная на слайде, первая, она определяет ошибку по энергии на сетке временных шагов, что позволяет оценить точность результата. Установим связь между сходимостью численной схемы и величиной ошибки, предполагая, что все силы непрерывны, а траектории гладкие. При наличии численной схемы сходимость определяется порядком сходимости гамма, и мы можем записать равенство, которое представлено на слайде ниже. Данная формула описывает сходимость численной схемы с величиной ошибки и порядком сходимости. Такое математическое выражение помогает оценить, насколько быстро алгоритм сходится к точному решению при уменьшении шага интегрирования. Цель и задача. Цель работы – моделирование молекулярной динамики системы с использованием потенциала Ленарда Джонса и численного интегрирования уравнений движения молекул методом Верле в скоростной форме. Нами были поставлены 5 задач. Это изучение алгоритма Верле и его применимость к выбранной модели, выбор потенциала Ленарда Джонса для моделирования, разработка алгоритма Верле для интегрирования уравнений движения молекул, проверка эффективности алгоритма для систем с краткодействующим взаимодействием и формулирование условий сходимости проверки численной схемы. Перейдем к построению алгоритма. Цель алгоритма состоит в уточнении позиций и скоростей частиц системы между двумя моментами времени, то есть между Tn и Tn плюс 1. Сначала на отрезке времени от 0 до t создается равномерная сетка с заданным шагом. Затем мы вычисляем максимальный шаг, который зависит от изменения потенциальной энергии системы. Идея заключается в использовании вспомогательной сетки с индивидуальными шагами для каждой частицы, чтобы корректно определить их положение и скорости на заданном интервале времени. Все это мы видим на слайде. Для каждой частицы вычисляется шаг, после чего выбирается минимальный из них. Максимально допустимая интенсивность схемного источника определяется как Emax делить на n-1. Затем осуществляется уточненное интегрирование с применением схемы Верле, при котором координаты и скорости обновляются на каждом временном интервале. Если номер шага k плюс 1 кратен двойке в степени Smax минус Sit или равен двойки в степени Smax, то скорость и ускорение пересчитываются. Этот метод позволяет сократить количество необходимых вычислений сил, сохраняя при этом точность результатов. Далее коллега расскажет про блок-схему. Да. Рассмотрим момент времени t, равное tn, в которой нам известны приближенные значения координат r и tn и скоростей v и tn всех частиц. Представим работу алгоритма в промежутке времени от tn до tn плюс 1 в виде блок-схемы, разделив ее на два этапа. Стрелки, направленные влево и помеченные индексом, меняющимся в некоторых пределах, означают цикл по этому индексу. Тех блоков, в которых написаны обозначения величин, например, разбиение, индивидуальный шаг и так далее, подразумевается вычисление этих величин. Мы вычисляем ранг разбиения S и T и индивидуальный шаг tau и T для каждой частицы, где N – количество тел. Затем определяем максимальный ранг разбиения S максимальное и минимальный шаг по времени дельта T. На отрезке T n, T n плюс 1 производится уточняющее интегрирование уравнения движений. В нижнем цикле на каждом промежуточном шаге с номером k равное от 0 до 2 в степени s максимальный минус 1 в блоке UA пересчитываются координаты и скорости всех частиц по равноускоренному закону. В внутреннем цикле, если для каждой итой частицы k плюс 1 делится на целое на 2 в степени s максимальное минус s it и равняется 2 в степени s максимальное, то обновляется скорость и ускорение этой частицы. В противном случае переходит к следующей частице или увеличивает k на единицу. Это показано в блоке d и t от k плюс 1.
Далее мы рассмотрим псевдокод. Собственно, вот нам дается t, конечное время, tau максимальный базовый шаг, начальные условия до координат r и скоростей v всех частиц, и максимальная оценка максимальной интенсивности схемного источника. И также мы инициализируем n равное нулю. После этого мы переходим к шагу n плюс 1, который состоит из нескольких этапов. Первый этап называется построение вспомогательной сетки. И для каждой частицы i мы вычисляем индивидуальный шаг tau и t. Для частицы i мы определяем s максимально и дельта t. А также строим вспомогательную сетку на отрезке tn tn плюс 1 с шагом дельта t. Второй этап – это уточняющее интегрирование. Для каждого промежуточного шага k равное от 0 до 2 в степени s максимально минус 1. Для каждой частицы i мы пересчитываем координаты и скорости по равноускоренному закону. Если k плюс 1 делится на ε на 2 в степени s максимально минус s и t или равно 2 в степени s максимальное, обновляем скорости и ускорение частицы по скоростной части схемы Верле. Нужно проверить условия остановки. Если n плюс 1 меньше n tau, то мы увеличиваем шаг, то мы увеличиваем n на единицу и переходим к шагу n плюс 1. Иначе мы завершаем алгоритм. Вывод. Сначала мы обозначили цель алгоритма и те проблемы, которые он должен решать. Затем мы построили алгоритм локально-адаптивного выбора шага интегрирования для решения задачи n тел. Мы также свели все действия алгоритма в блок-схему и привели его пошаговое описание. Далее в главе, посвященной результатам численного моделирования, мы увидим, насколько хорошо предлагаемый алгоритм соответствует предъявляемым ему требованиям. Далее вы можете увидеть список источников, которым мы пользуемся для данного этапа. И на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Значит, проект номер 4. Здесь, да, здравствуйте. Да, давайте. Видно? Да, все нормально. Значит, это второй этап нашего проекта – решеточные газы и решеточные уравнения Больцмана. Наш газ будет представлен в виде треугольной решетки из равносторонних треугольников. Таким образом, у молекул газа в каждом из углов решетки будет 7 состояний, 6 направлений движения и 1 положение покоя. Внешние узлы будут ограничивать вылет молекул за пределы симуляции, инвертируя вектор скорости при попытке вылета, они будут считаться стенками среды. Вот можно увидеть 6 направлений движения и треугольную решетку. В начале симуляции мы поместим в центр нашей сетки некоторое количество молекул вектора скорости, которых направлены преимущественно из центра. Таким образом, мы симулируем резкий выброс газа в среду, а также некоторые молекулы будут покоиться. Поскольку мы рассматриваем процесс симуляции, который имеет, в принципе, много общего с работой клеточных автоматов, ключевым моментом является то, что симуляция разбита у нас на последовательность дискретных кадров, а переход между этими кадрами, он происходит без заметных задержек, что позволяет моделировать непрерывные процессы во времени. Каждый кадр симуляции представляет собой определенный момент времени, в котором скорости всех молекул синхронизированы таким образом, что за фиксированный временной интервал молекула способна переместиться ровно на один узел сетки. Это упрощает расчеты и обеспечивает удобство анализа перемещения частиц в пространстве сетки. Следующая картинка описывает перемещение частиц и их взаимодействие на микроскопическом уровне, что в конечном счете позволяет нам получить микроскопическое описание поведения газа. Подробнее об этом расскажет мой коллега. Наш кадр разбит на этап распределения, этап столкновения. Также этап столкновения – это релаксация. Они описываются двумя формулами.
для каждой ячейки высчитывается совокупность элементарных потоков, идущих в соседние, следующие за ними ячейки. Они описываются этими формулами. Также в этих формулах и используются равновесные функции распределения. Они у нас, мы предполагаем, что они будут, как и в пособии в макселовском виде. Мы разложим экспоненту в сущности до членов порядка и в квадрате и получим, собственно, нашу функцию распределения для каждой ячейки. Это будет происходить для каждой ячейки каждый кадр, и таким образом мы получим нашу симуляцию. Список источников. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Проект номер 5. Нету никого. Проект номер 6. Здесь. Да, давайте. Слушаем. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем вам про второй этап нашего проекта, темой которого является теплопроводность и детерминированное горение. Целями проекта у нас является изучить методы математического моделирования на примере теплопроводности и детерминированного горения. И задачами нашего проекта является исследовать влияние энергии на режим горения, при каком минимальном значении энергии возникает пульсирующий режим. Итак, мы пронумеровали формулы для того, чтобы было удобнее, и читать поэтому их не будем. У нас имеется система уравнений для безразмерных величин 1,1 и 1,2. Из всех имеющихся тут трех параметров нам наиболее интересна безразмерная энергия активации, равная отношению энергии активации к теплоте реакции. Именно этот параметр определяет режим волны горения, а остальные параметры только масштабируют явление во времени и пространстве. Как мы уже упоминали, есть несколько режимов горения. Для одномерного случая это стационарный и пульсирующий, а для двумерного случая это стационарный, пульсирующий и спиновый. От значения параметра E зависит, какой режим реализуется. Существует критическое значение безразмерной энергии активации E со звездочкой. При E, чем E со звездочкой, это стационарное горение, а при E большем этому больше, чем это критическое значение, у нас... Теоретически мы можем показать, что при t нулевом меньше единицы критическое значение e со звездочкой равно 6,56. При увеличении начальной температуры критическое значение e возрастает. Фронт при спиновом режиме состоит из нескольких зон горения, распространяющихся по винтовой линии вдоль цилиндра. Область существования спинового режима E больше, чем E с двумя звездочками. Можно показать, что критическое значение E равно 6,3 при температуре больше единицы. Для того, чтобы показать, что критическое значение E равно 6,3 при t больше единицы, можно воспользоваться аналитическими методами из теории горения. Мы предположим, что у нас есть уравнение, описывающее процесс горения с учетом двумерности и спинового режима. И допустим, что это уравнение будет зависеть от параметра E и начальной температуры t0. И если мы будем рассматривать случай, когда у нас t0 меньше или равно единице, то начальная температура будет мала. И в этом предельном случае мы можем провести анализ асимптотических решений уравнений для E.
Можно? Да, спасибо. Мы ожидаем, что при малых температурах процесс горения будет иметь определенные особенности, и которые будут проводить по Е равным 6 и 3. Это может быть обосновано аналитически, и мы будем использовать метод асимптотического анализа или разложения в ряд Тейлора. Чтобы разложить функцию в ряд Тейлора, мы используем формулу Тейлора, которая представлена на слайде. Спасибо. Предположим, что у нас есть функция, зависящая от параметров e и t нулевое, которую мы хотим разложить в ряд Тейлора вокруг точки t нулевое равное нулю или t нулевое значительно меньше единицы. Тогда разложение функции g от e t нулевое в ряд Тейлора в точке t нулевое равно нулю будет иметь вид 2.2. Мы продолжаем добавлять члены в ряд Тейлора, увеличивая степень t нулевое, пока не получим достаточно точное приближение функции g от e t нулевое. Теперь проанализируем полученные выражения для того, чтобы увидеть, как g от e t нулевое зависит от t нулевое при малых значениях t нулевое. В результате анализа определим, как изменяется критическое значение e со звездочкой при t нулевое значительно меньше единицы, и сравним его с утверждением, что e со звездочкой равно 6,56, и Е2 звездочки равно 6,3. Давайте разложим функцию g от Е до нулевой в ряд Тейлора по параметру t нулевой в точке t нулевой равной нулю. Для удобства предположим, что функция g от Е до нулевой будет иметь вид 2.3. Теперь давайте проанализируем выражение для коэффициентов а от Е, b от Е, c от Е. Мы начнем с коэффициента b от Е, который является производной функцией g от Е до нулевой в точке t нулевой равной нулю. Вид представлен в пункте 2.4. Далее мы рассмотрим предельный случай, где t нулевое значительно меньше единицы, то мы ожидаем, что производная будет иметь вид как, на, как формула 2.5. И она будет также малой. То есть мы можем ожидать, что коэффициент b от e будет мал при малых значениях t нулевого. Подобным образом, если мы продолжим разложение и проанализируем коэффициент c от e, то мы получим формулу 2.6. Также ожидается, что при малых значениях t нулевого вторая производная 2.7 будет мала, что приведет к тому, что коэффициент c от e также будет мал при малых значениях t нулевого. В итоге, анализируя выражения для коэффициентов b от e и c от e, мы можем видеть, что при малых значениях t нулевого эти коэффициенты также будут малыми. Это означает, что при уменьшении t нулевого функция g будет в основном определяться коэффициентом a, что соответствует базовой функции без t нулевой зависимости. Таким образом, мы ожидаем, что критическое значение e со звездочкой будет определяться главным образом коэффициентом a, что будет подтверждать утверждение, что e со звездочкой равно 6,56 при t нулевом меньше 1. Коэффициенты b и c будут вносить малые поправки, но они не будут существенно влиять на критическое значение e со звездочкой. Источники указаны. Спасибо за внимание. Прошу прощения, я никуда не отключался, вы меня просто не заметили. Вы какой проект? Я пятый. Ну, давайте, хорошо. Да. Давайте, угу. Спасибо. Да. Всем добрый день. Значит, на втором этапе... Если можно. Да, конечно. Так, сейчас, секундочку. Угу. Угу. Еще раз добрый день. Тема нашего проекта – химические реакции стохастическое горение. Сегодня мы хотим вам представить основные алгоритмы решения задачи, а также те методами, которыми мы будем пользоваться при составлении нашей программы. Я предоставляю слово. Здравствуйте. Начнем с того, что горение – это сложный физико-химический процесс. И чтобы определить его характеристики, нужно создать систему, о которой я сейчас скажу в введении.
То есть нужно для определения данных определить систему, где одна молекула вещества А превращается в одну молекулу вещества Б. В химии такие молекулы называются изомерно. Соответственно, смысл такой химической реакции – это то, что активный атом или группа атомов внутри молекулы переходит из одного положения в другое. При этом выделяется энергия, которая называется теплотой реакции. Для того, чтобы увидеть наглядно происходящий процесс, удобно ввести координату реакции X, которая меняется в пределах от нуля до единицы. Соответственно, 0 – это вещество А, а единица – это вещество Б. Промежуточное значение X соответствует различным стадиям реакции. Для простоты мы рассматриваем именно случай, если активный атом 1 и X – это просто координата вдоль траектории между устойчивыми положениями. Для того, чтобы произошла реакция, необходимо вначале затратить энергию активации. Иначе, если бы сразу реакции произошли, наше собственное существование было бы невозможно. И вот, соответственно, на графике выражено потенциальным барьером, который необходимо преодолеть от точки А до точки С. Затем система скатывается в потенциальную яму до точки Б с выделением теплоты реакции Q. Выделившаяся энергия перераспределяется по внутренним степеням свободы молекулы Б. Предоставляю слово Семену. Рассмотреть среду состоящую. Алло, меня слышно? Алло. Алло. Да, все слышно. Этот микрофон. Я говорю, значит, рассмотрим среду, состоящего из n нулевого количества молекул вещества А при какой-то температуре Т нулевое. При нормальных условиях обычно энергия активации больше КТ, где К – это предэкспоненциальный множитель. И дело в том, что существует такое тепловое движение, за счет которого энергия атома может становиться заметно больше, чем КТ. И можно считать, что состояние этих атомов подчиняются распределению Больцмана, выраженного соответствующей формулой. За характерное время по ТАУ могут прореагировать именно все молекулы, а энергия активного атома, которых больше, чем энергия активации. Доля таких молекул может выражаться соответствующим интегралом, где альфа равняется определенному интегралу, не собственному интегралу от энергии активации до бесконечности, от, соответственно, f от e до e, равняющемуся e в степени минус энергия активации, деленная на КТ. Данное выражение можно рассматривать также как вероятность того, что именно для данной молекулы произойдет реакция за характерное время по ТАУ, которая имеет физический смысл между столкновениями или времени распределения энергии между колебательными степенями свободы молекулы. Если атом Е больше, чем энергия активации, то реакция происходит. В противном случае нет. Для моделирования необходимо иметь генератор случайных чисел с экспоненциальным распределением. Таким образом, можно сказать, что можно это сделать достаточно просто, вычисляя рандомное, то есть случайное значение текущей энергии по следующей формуле, указанной на слайде. Дальше предоставляю слово Марине. Алгоритм решения задачи. Есть два крайних случая, которые следует рассмотреть. Первый крайний случай – это когда теплопроводность вещества нулевая, тепло остается там, где произошла реакция, и это никак не влияет на реакцию других молекул. Реакция происходит при постоянной температуре непрореагировавших молекул Т0. Тогда изменение со временем их числа задается, соответственно, вот данным уравнением. Заметим, что скорость химической реакции, приведенная к одной молекуле, не зависит от времени. Ну, соответственно, в этом случае решение уравнения хорошо известно. Вот данное выражение. То же самое происходит, если теплопроводность среды бесконечна, а температура стенок поддерживается постоянной
и равные t0. И есть у нас другой крайний случай, второй, когда выделившаяся энергия мгновенно перераспределяется между всеми молекулами, то есть бесконечная теплопроводность, а стенки тепло не проводят. То есть происходит адиабатический процесс. Тогда при реакции одной молекулы температура среды увеличивается на дельта Т, равная Q, деленное на N нулевую, умноженное на C. Здесь C – теплоемкость одной молекулы, она считается одинаковой для веществ А и В. Хотя можно задать различные, в принципе, значения. И в этом случае появляется у нас данная система уравнений, которую необходимо решить. Семен, передаю вам слово. Сказать пару некоторые методы решения. Так как мы имеем систему обыкновенных данной ситуации, в частности, дифференциальных уравнений, можно воспользоваться одним из двумя методов, самых известных. Первый – это метод Эйлера. Для этого мы вычислим значение функции большой от tx от t. Если на малом интервале времени дельта t значение слабо меняется, то можно приближенно считать, что x большой от t плюс дельта t равняется x большой от t плюс f от tx от t на дельта t. Мы видим, что метод достаточно прост, однако мы не можем отчасти рекомендовать этот метод по некоторым причинам. Во-первых, он имеет достаточно низкую точность, а во-вторых, отклонения вычисленных значений с большого точного значения нарастают со временем. То есть метод не является устойчивым. Также метод Эйлера не является симметричным. При продвижении на промежутке времени мы используем значение производной только лишь в начальной нулевой точке. Что приводит к тому, что метод Эйлера имеет первый порядок точности по дельта Т, то есть погрешность расчетов пропорционально дельта Т. Далее передаю слово Марине. Далее есть два метода Runge-Kutta второго порядка. Первый метод заключается в том, что вычисляем значение производных хоть и в начальной точке, но мы смещаемся только на половину шага. И потом можно вычислить значение производных в соответствующей точке, которая изображена на слайде, используя промежуточные значения переменных в этой точке x. И затем делается полный шаг снова из начальной точки. Но в методе 2 можно подействовать немножко по-другому, брать значение не в средней точке производных, а средней от значений в крайних точках интервала дельта Т. Семен. Учение можно сказать, что математическая модель выражена дифференциальными уравнениями, которые решаются достаточно несложно как аналитически, так и численными методами. На следующей неделе мы уже покажем программную реализацию решения задач. В целом как-то так. Спасибо за внимание. Благодарю. Спасибо. Проект номер 7. Есть кто-нибудь по седьмому проекту? Проект номер 8. Проект номер 9. Да, здравствуйте, сейчас включаю. Угу. Так, видно презентацию? Да. Итак, тема нашего проекта – рост дендритов. На втором этапе мы рассмотрим алгоритм их роста. Алгоритм, используемый в проекте для моделирования роста дендритов, включает в себя несколько шагов. Первое – задаются начальные условия, такие как размеры области, начальные значения температуры и состояние узлов. Второе – используется уравнение теплопроводности для моделирования распространения тепла в системе. Оно описывает, как температура изменяется со временем и пространством внутри области. Третье. Для каждого узла вычисляется среднее значение температуры с учетом соседних узлов и их коэффициентов.
Четвертое. Новое значение температуры вычисляется на основе предыдущего значения температуры, шага по времени и градиента температуры. Пятое. Учитывается состояние каждого узла, а также влияние соседей на процесс роста дендритов. Шестое. К температуре каждого узла добавляется случайная добавка, моделирующая тепловой шум. И седьмое. Узлы на границе могут изменять свое состояние жидкого на твердое в зависимости от условий роста дендритов. Этот алгоритм моделирования роста дендритов имеет несколько преимуществ. Первое – учет различных факторов. Алгоритм учитывает не только распространение тепла, но и влияние соседей, тепловой шум и другие факторы, которые могут влиять на процесс роста дендритов. Второе – адаптивность. Алгоритм позволяет легко вносить изменения и расширяться для учета различных условий и сценариев. Третье – вычислительная эффективность. Модель использует уравнения теплопроводности и другие математические методы, которые могут быть эффективно реализованы в вычислительных программах. Рассмотрим образование кристаллической структуры из переохлажденного расплава. Известно, что для роста необходима затравка, то есть небольшая затвердевшая область, на границе которой происходит дальнейшая кристаллизация. Зададим физическое свойство вещества. М и Н – начальные параметры, С от П – теплоемкость при постоянном давлении, L – удельная теплота до плавления на единицу массы, Т от М – температура плавления, М – количество изменений температур на одну кристаллизацию, Х равняется нулю – это будет счетчик для М, I – капиллярный радиус, H равняется единице – это расстояние между узлами по горизонтальной вертикали, дельта – величина флуктуации температуры, S, M, N – безразмерное переохлаждение, та сумма непустых узлов, а шатай – коэффициент теплопроводности. Далее задаем циклы с параметрами, где задаем начальные диапазоны чисел для проверки. Если числа проходят сразу, идем на следующий шаг. Если нет, то мы вводим безразмерную температуру. После того, как числа достигнут нужного нам диапазона, мы переходим на следующий шаг. Затем идет второй блок проверок для постройки дендрита. Тут возможны несколько исходов. Среди них есть конечный. А если условие вектора не выполняется и при следующем, если количество изменений температур на одну кристаллизацию меньше или больше заданного значения. В зависимости от полученного результата мы идем к тому или иному шагу. Снова проверяем наши заданные значения и применяем к нашим числам формулу среднего значения и переходим к третьему шагу. Здесь мы проверяем значение роста дендрита и при необходимости применяем к нему формулу для вычисления температуры после каждого единичного промежутка. И как итог возвращаемся к шагу номер 2 и повторяем этот процесс. И, наконец, последний блок проверок. Влияние кривизны границы достаточно легко учесть, рассмотрев узлы, соседние с данным. Всего может быть 4 ближайших соседа и 4 диагональных. Разумно считать, что граница плоская, когда n равняется 1 у 5 соседей. Можно записать это формально, учитывая, что расстояние по диагонали больше, то есть эти узлы должны влиять слабее. После чего проводим проверку на коэффициент и, объединив все эффекты в одном выражении, получим узел выражения, при котором узел, расположенный на границе, меняется свое состояние жидкого на твердое, если будет меньше. На данном этапе мы рассмотрели алгоритм по созданию и росту дендритов и изучили каждый из его сплавов и из его этапов и построили схему. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. На этом у нас... Дмитрий Сергеевич, простите, пожалуйста, есть вопрос? Да, да. Имеет ли значение код, точнее, язык программирования, который мы будем использовать в третьем этапе? Julia или OpenModelica? Спасибо. Ну, до свидания. До следующей недели. Извините. Да. Меня сейчас слышно? Да, да. У нас были у 7-го проекта были проблемы с микрофоном. Можно сейчас еще песенку? Вы проявились. Давайте, давайте, давайте. Я был тогда, просто почему-то микрофон не работал. Да, хорошо, хорошо, да. Давайте послушаем 7-й проект. Так, я надеюсь, видно мой экран. Окей. Соответственно. Наш проект – это моделирование образования планетарной системы, и это этап 2. Подготовили проект Матихин Григорий и генерал Даниил. Цель нашей работы – это провести моделирование одного из этапов эволюции Вселенной, образование некой вымышленной Солнечной системы из частичек межзвездного газа. Но для этого нам нужно понимать некоторые начальные условия, некоторые физические параметры задачи. У нас много относительно маленьких частиц, которые расположены случайно, но и равномерно по всему нашему пространству.
скорость этих частиц, это у нас по закону Кеплера, и масса этих частиц, и в принципе их количество, неизвестно в какой-то определенный момент времени, так как частицы могут слипаться. Если у нас изначально было много частиц, потом их сможет стать мало. Также важно понимать, что нам необходимо применять именно численные методы. Мы не можем найти решение для задачи трех тел, и у нас даже больше, чем три тела. То есть наши формулы были бы невозможно большими. У нас, как я уже сказал, слишком много параметров в дифференциальном уравнении. Это масса частиц, и их координаты, их скорости. Также эти параметры меняются, так как частицы наши слипаются. И слипание, это важная оговорка, мы не можем симулировать как равенство координат у некоторых частиц. Потому что в таком случае у нас будут неожиданные гравитационные маневры, они будут производить. Поэтому для решения задачи мы будем вручную использовать метод Эйлера. Мы будем хранить для каждой частицы положение и скорость, суммировать силы притяжения ко всем остальным. Если частица находится слишком близко к какой-то другой, мы будем применять силу отталкивания и использовать именно уже силы, которые мы получили в предыдущих двух шагах, для изменения скорости частицы. И уже использовать саму скорость для изменения положения. А если две частицы у нас будут слипаться, если силы отталкивания у нас будут слабее, чем силы притяжения между всеми остальными, то мы будем удалять эти частицы, которые притягивались, и заменять их одной новой, соответственно, с массой, равной массам этих двух предыдущих частиц, и также с комбинацией их скоростей. И шаг нашей симуляции должен быть константным. Мы должны проверять потери энергии, и мы должны остановиться, когда больше у нас нет столкновений. Для реализации изначально мы предполагали использовать, так как нам нужна скорость, нам хотелось бы использовать компилируемый язык программирования и с хорошей поддержкой параллелизма. Изначально мы предполагали раз, но учитывая, что вы вроде бы только что сказали, что следует использовать Julia Open Modelica, придется использовать их. И также одно из наших предположений было, что если нам вдруг не хватает скорости, то мы могли бы использовать Compute Shader и выполнять наши вычисления на видеокарте. А для визуализации уже все дела мы, в принципе, могли бы показывать анимацию, используя Blender, или в реальном времени, используя Pygame. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Тогда завершаем наше занятие. До свидания.